Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Торжественно объявляю окончание этой долгой трудовой недели. Наконец-то мы с вами можем спокойно выдохнуть и пуститься в трехдневные гуляния. Но пока вы думаете, как провести выходные, расскажу, что удивило нас за эти 7 дней. Самые интересные люди и истории, в которые они попали, смотрите в итоговом выпуске. Погрязли по уши. Экстремалы решили перекопать танковый полигон под Рощинским. Кто из чего разрешение устроил там снежный беспредел и сколько лошадей под капотом пришлось тащить на себе. История о брутальном развлечении. Было да сплыло. В Самаре прошел первый фестиваль зимних арт-объектов. Выставочные образцы не дожили до утра. Куда они пропали и нужны ли вообще жителям города такие праздники? История с выводами. Жители Самары могут увидеть руки великих, вернее, их росписи. Областная библиотека собрала в единую коллекцию книги с автографами известных людей Петра Лабина, Эльдара Рязанова, Сергея Михалкова. У кого самый красивый почерк и кто оставил самые теплые пожелания? История через века. Книга датирована 1881 годом. Общедоступная гигиена для военных. Автор наш земляк Иринарх Полихрониевич Скворцов. Свой труд он подарил залу Александра II Самарской публичной библиотеки в юбилейный для Самары год. 300-летие со дня основания города. Иринарх Полихрониевич наверняка даже представить не мог, какую ценность его рука приобретет в году 2016-м. Ему в компанию все, кто дружил с областной библиотекой и помогал ей. Дорогим читателям областной библиотеки, на добрую память и с лучшими пожеланиями, ваш Ильдар. Ильдар Рязанов, Сергей Михалков, Петр Алабин и еще много известных имен. Аккуратные, не очень росчерки пера, но все со смыслом и своей особой атмосферой. Эти книги видели те, кто вошел в историю. В отделе редких книг Самарской областной библиотеки около 1000 экземпляров с автографами и дарственными надписями известных писателей, ученых, общественных деятелей, актеров и художников. Вот автограф самого Петра Львовича Монастырского. И помимо того, здесь практически на каждой странице свои автографы оставили замечательные наши актеры театра драмы Куйбышевского и Самарского театра драмы. Сотрудники фондов раскрывают секреты через автографы. Имя русского писателя Сергея Аксакова знакомо по сказке «Аленький цветочек». Но когда-то она была опубликована в качестве приложения в романе «Детские годы Багрова внука», служащие продолжением семейной хроники. На выставке одно из изданий произведения с дарственной надписью Константину Гроту. Таких историй здесь наберется в каждой книге. Время узнать их еще есть. Выставка продлится до конца марта. Всю эту неделю погода баловала нас оттепелью, а жители обсуждали прошедшие в Самаре арт-гастроли. Первый зимний фестиваль арт-объектов так хорошо стартовал и так неприятно финишировал. После торжественного открытия выставочные образцы едва простояли пару часов. Что случилось с экспонатами и зачем участники накануне так торопились на продуктовый рынок? История с фантазией. Судьбу этой рыбы буду ставить в пример сородичам. Еще несколько часов назад она была жива и даже не знала, что ей уготовано замерзнуть во льдах в сквере около площади Куйбышева. Зато она погибла за искусство и теперь торжественно встречает гостей. Удивленным, зафиксированным, безжизненным взглядом речной обитатель намекает: здесь будет очень много всего интересного. Я купила на рынке рыбку, которая плавала, то есть недавно, она речная у нас пойманная. Вот, по-моему, это карась или карп. Карась? Карась. Карась. По форме это такая отсылка к американскому минимализму, к их традиции. Так, вот. Но мы хотели как бы смешать вот эту серьезную такую традицию минимал-арта с чем-то таким волжским и немного сернизировать. Авторы, безжалостные товарищи-студенты, действительно удивили. Дальше еще больше. Каждый метр сквера – снежное воплощение фантазии. На пьедестале гордо восседает лев. Табличка сообщает название «Последняя гастроль». Понимайте, как хотите. У подножия хищника не с первого раза замечаешь прорисованный человеческий силуэт. А вот человек, он к чему? Ну, это, собственно, его последняя гастроль, по большому счету. Вот. Для него она закончилась так. Гастроль с отсылкой к названию всего этого проявления творчества. Первый зимний фестиваль искусств «Арх-гастроли». Организаторы кинули клич и предложили принять участие всем, кто хочет. Задача – создать из подручных материалов арт-объекты. Снег, лед и ветки. Можно брать с пола все, что угодно. Главное – придать всему этому осмысленную форму. Использовали, ну, разные предметы. Например, шпатели мы вот делали форму.
И чтобы все крепко было, водой брызгали в общем. Яблоки на снегу, панда, обнимающая березу, приют лесного духа и даже горилла. У каждой из этих работ есть своя маленькая история. Этот объект навеян стихами Блока «Снежная маска». Ой, там стих замороченный, можно в интернете найти. Но вообще это славянская маска, да, как вот раньше на Масленицу одевали яркие маски такие. То есть они как бы несут позитив, то есть мы вкладывали в нее позитив, чтобы люди, которые подходили и смотрели на нее, получали позитивную энергетику. Она заряжает добром и теплом. Участники по доброй воле мерзли на улице, обливали себя водой и топили снег своими трудами в течение 2 дней. В один голос говорят, о потраченных силах не жалеют. Получилось с пользой для всех. 1001 совет, как можно сделать альтернативу привычному снеговику с одной стороны. 1001 совет, как можно вдохнуть жизнь в скучные скверы. Это уже в глобальном смысле. В принципе, пока мы видим, что они не живые, они не работают. И это вот как бы первая ласточка, которая будет предварять целую серию таких фестивалей подобных. Город задыхается без арт-объектов. Надо больше фестивалей, больше художников, больше скульпторов, больше урбанистики. Фаер-шоу на снегу в лучших традициях уличных представлений. Гастроли удались. Только вот лучшие арт-объекты настолько понравились публике, что в эту же ночь от них не осталось и следа. Первым пострадал тот самый карась. Зато пострадал за искусство. Перемещаемся из города в поля. Самарские экстремалы решили перепахать военный полигон. Автолюбители специально загнали себя в снежный плен и погрязли под Рощинским. Вытаскивали сами себя за уши и за все, что только можно. Так брутальные водители и зрители отметили 2 военные даты. Кто решил устроить снежный беспредел и кто открыл стрельбу во время мероприятия. История с запахом жженого сцепления и выхлопных газов. Кто ищет проблемы, тот их находит на свою голову и по собственному желанию. Квест под названием «Спаси себя, если сможешь». Все те, кто находится на этой точке, уже оставили позади 0,5 километра перепаханного поля. А еще 2 часа назад здесь была бескрайняя целина. Мы приветствуем всех участников и уважаемых гостей. Необыкновенное зрелище соревнований «Снежный беспредел». Танковый полигон под поселком Рощинский. Службы интереснее, когда у солдат такие выходные. Раз в год закрытый объект отдают на растерзание всем, кто хочет хлеба и зрелищ. В программе спортивно-туристического внедорожного мероприятия анонсировано. Веселые старты, показ военной техники и самое главное – гонки на выживание. Участники со всей области катили сюда 100 километров с утра пораньше. Организаторы обещают – все будет. Объявляют регистрацию и внезапно начинается стрельба. Внимание, всем! Произошел захват заложника. Заложника освобождают с помпы. Танк – самые лучшие бойцы. 5 минут, и враг сдается. Так будет со всеми, кто нарушит покой и порядок. Военные свое слово держат. И заодно приглашают к себе на службу. ЦСКА поддерживает. Давайте держаться вместе. Так интереснее и пользы больше. Объединение между военнослужащими и гражданскими, оно должно проходить, потому что мы должны друг друга понимать, кто чем занимается. Участникам я хочу пожелать в этот день, конечно же, крепкого здоровья, конечно же, интересных, увлекательных ощущений, ну и пусть победит сильнейший. Одно правило, никаких правил. На старте 45 экипажей. Автомобили буксуют на целине. Репортер ввязывается в снежный беспредел вместе со всеми. Съемочная группа садится в экипаж к Александру Давыдову. Мы проезжаем несколько метров. Стоп, достаем лопаты, начинаем активно копать. Мучаемся, стараемся. Позитив главное. Просто сели на брюхо. Сейчас откопаем, поедем дальше. Все будет нормально. Доедешь. Как дело идет? Пока не двигается. Пока все не очень. Как только с места сдвинемся, тогда дело пойдет. Машины под завязку набиты нужными примочками. Якоря, подкладки под колеса, цепи, автомобили всех возрастов и марок. Больше всего прокачанных отечественных внедорожников. Экстремалы объясняют, эти машины пройдут всегда и везде. Не холодно еще? Да нет, еще жарко уже. Со старта жарко стало, еще не начинался даже старт.
А самое главное, это прокачанная команда, а не прокачанный внедорожник. 5 метров на первой передаче, и опять буксуют, и опять за лопатой. Здесь они на вес золота, так же, как и руки. Через несколько минут уже непонятно, кто из какой команды откапывают друг друга. Привет всем в Самарской области. Команды. Давай, Сань. Мы все из одной команды, тут никто никого не знает, мы все из одной команды. Как это? Вот! Развлечение для брутальных мужчин – перекопать вдоль и поперек танковый полигон и буквально вынести машину на себе. На второй точке квеста уже становится все равно, где финиш. Здесь главное – оторваться по полной и 7 потов себя согнать. Так выглядит самый жаркий, снежный беспредел. Еще дальше от Самары. Славный город Тольятти взорвал рев моторов. Там с оглушительным успехом наших спортсменов прошел командный чемпионат мира по ледовому спидвею. Бесстрашные мужчины и красивые девушки. Что еще нужно для экстремальных гонок? Репортер отправился в русский Детройт и выяснил, кто самый быстрый гонщик мира и насколько болезненными могут оказаться падения. Чемпионат мира, настоящий чемпионат мира, 2016 год. За кого болеть пришли? За Россию! За наших! За Мегалада! Александр знает по именам всех спортсменов и даже марки мотоциклов. Знает, сколько сантиметров должны быть шипы и сколько раз Россия становилась чемпионом. Он настоящий фанат ледового спидвея. И сегодня он не один. Вместе с Александром еще несколько тысяч таких же отчаянных любителей этого необычного вида спорта. Здорово! Все! Чемпионат мира! Мы готовы! У нас отличное настроение! Все хорошо. На трибунах яблоку негде упасть. Спортсмены из 7 стран мира съехали, чтобы в очередной раз выяснить, чья связка самая быстрая. Трибуны стадиона заполнены почти до отказа. Со всех сторон скандируют названия команд. Финал командного чемпионата мира в этом году принимает Тольятти. Город, где спидвей – народное достояние. Нам доверяют. Это определенный показатель наших, скажем так, организаторских способностей, которые оценила Международная мотоциклетная федерация. И мы это делаем, у нас это получается. Наша команда сюда попала без отбора, в силу того, что она является чемпионом мира с прошлого года. Чемпионат мира мотогонок на льду проводится ежегодно. Сборная России на этом чемпионате безусловный фаворит. Награды высшей пробы прошлого года и множество других побед. 3 лучших пилотов, 2 из них представители вновь образовавшейся команды ЦСКА. В роли капитана сборной самый титулованный спортсмен в личной и командной категории. Им позавидуют даже опытные синхронистки. Идеальная командная работа и движения отлажены до миллиметра. Ну, лед сегодня как бы немного жестковатый, но он для всех одинаковый. И как бы он ближе к русскому. То есть мы привыкли, мы выступаем весь сезон. И может что-то как-то немножко потеряли очки. То есть непонятно. Завтра будем отыгрывать. Я пропустил одно командное очко. Также Дмитрий Хамисевич был исключен за грубую езду. Вот. Но мы после первого дня лидеры. Отрыв 4 очка. Продолжим борьбу завтра. Скорость почти 100 км в час. Резкая остановка, и гонщик заходит на виражах. У неподготовленного пилота и голову закружить может, но этим парням все нипочем. Главное по сторонам не смотреть и правила движения на треке соблюдать, иначе последствия могут оказаться, ну, очень неприятными. Гонка была, много падений было, все ребята хотят быть первыми, но первым получается только одна команда. Когда я участвую в гонке, я полностью концентрируюсь на заезде. Стараюсь только смотреть вперед и рассчитывать дистанцию. Были падения, но сейчас все здоровы, и дальше будем бороться и радовать болельщиков. Без падений не обошлось, но работы у медиков, к счастью, было немного. Обошлись царапинами да синяками. Обычное дело. Ведь ледовый спидвей – зрелище не для слабонервных. Но если вы поклонник настоящего гоночного экстрима, то обязательно останетесь довольны. Это все на сегодня. Всех мужчин поздравляю с Днем защитника Отечества. Желаю здоровья всем родным и близким и мирного неба над головой. Всего доброго. Пока.